Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джонс, и сегодня мы с вами посмотрим на крутые скинчики из Rainbow Friends. Здесь есть у нас обычные скинчики, а вон там у нас вообще необычные скинчики. Я хочу поскорее на них посмотреть, но прежде чем мы начнем, обязательно поставь лайк и подпишись на канал прямо сейчас. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Вот это что это такое? Ну-ка, давай, заходим сюда. Что у нас? Меняется что-то или не меняется? Ой, я смотри, могу вот так вот на корточках ходить. Ладно, вот это что это такое? И здесь у нас ничего не происходит. Так, вот. О, у нас здесь есть обычные скинчики. О, вот так вот, смотри. Ой, а что мне вернул назад? Смотри, я вижу сквозь потолок. Как-то у меня так получилось. Это из-за того, что я взял... Блу? Как это работает? Ну-ка. Смотри, здесь у нас Грин стоит, что-то делает. А как мне его взять? Я тоже хочу попробовать за него поиграть. О, у нас здесь еще Блу сидит. Я хочу тоже вот так вот подойти. Давай я к тебе подойду вот так вот. О, и тоже сяду рядышком. Смотри, это я большой. И здесь мой маленький друг. Прямо смотри, как... Подписчик и такой спрашивает, а как поставить лайк и подписаться на канал? Так вот же, вот здесь, вот внизу под видео есть кнопочка. Ну-ка, давай попробуем с ним поговорить. Такой, здорово, говорит, классная работа. Классно, классно, что ты подписался и лайк поставил. Да, это, конечно, очень здорово. А вот это, что это такое? О, вот здесь... Я тоже смог превратиться в Грин. Вот это интересно. Ну-ка, о, смотри, я могу им даже тоже приседать как-то. Вот так вот он двигается, вот такие у него анимации. А я могу взять там какие-то коробочки, у меня есть какие-то предметы. Но когда я выбрал скинчик, я не могу ничего сделать. О, меня опять сюда телепортируют почему-то. Игра, наверное, вообще очень-очень забагованная. И здесь скинчиков не так уж и много. Здесь у нас есть обычный Ред, но почему-то у него нет никакой анимации. Ну-ка, давай я хочу посмотреть на Оранжа. О, во, у Оранжа есть нормальная анимация, смотри. Побежал вперед! Итак, а это что это такое? Телепорт на спаун. Угу, понятно. А здесь что-нибудь есть у нас? Вот тут вот. Давай посмотрим, или это у нас обычная локация. Ой, там внизу, смотри, есть проход. Ой, о, опа. Я провалился вниз, прикинь. Смотри, я провалился под текстурой, под локацию вот эту. И здесь у нас... Ой, смотри, это у нас вот этот туннельчик. Вот здесь вот спрятан. Это что это такое? Почему он здесь в разобранном состоянии находится? Я не знаю, ребята, я не знаю. Здесь у нас тоже какая-то комната есть интересная, в которой я не могу посмотреть. О, вау, смотри, я что нашел. Здесь у нас разработчик тестировал какие-то новые скинчики, что ли, или что это такое, я не знаю. Но я хочу сюда забежать посмотреть. Это очень интересно, очень-очень интересно. Ну-ка, забегаем сюда. И это я не могу, здесь у нас есть какой-то нобик, здесь у нас опять туннельчик. Вау, что за эксперименты здесь? Интересно, интересно посмотреть. Смотри, у нас здесь есть, вот такой вот Амогус, красный Амогус. Ну-ка давай, о, что это, где я на него залез? Смотри, у нас здесь... Стоят за решеточкой. Здесь какой-то зомби Оранж. Круто. Это что это такое? Монстр Ред. Ой. А, я прям к нему пришел. Обалдеть. А я отсюда теперь выберусь. Так. А, давай, давай, вот эту щелочку есть, прошел. Это что это такое? Это у нас какой-то монстр Грин. И это у нас девочка Блу какая-то. Прикольно. Смотри, здесь у нас еще что-то есть. Здесь у нас все это туннельчики, туннельчики. Здесь тортик специально для тебя. Смотри, вот. С днем рождения. Поздравляем. Получай тортик. Он специально твой. Дальше что у нас еще? Здесь есть Амогус.
Вот этот монстр здесь находится. У него почему-то бекончик здесь вышит. Класс. Здесь у нас еще целая куча вот таких вот нобиков есть. Даша, вон, смотри, coming soon написано, а продажи не следует. Что-то я, кажется, залез туда, куда вообще не стоило. Вот, смотри, у нас здесь есть такой блу. Робот типа. Ладно, смотрим дальше. Это что это такое? Это у нас грин. Разноцветный какой-то. Это кто такой? Смотри, что за монстр-цветочек? Читерский блу, смотри. Жесть, прикольно, прикольно. И это что это такое тоже? Это обычный блу, это обычный грин. И это у нас какой-то таинственный персонаж. Не знаю. О, это кто это такой? Жесть, смотри, таких я, ребят, вот не видел. Это интересно. А сюда я могу забраться, интересно. Вот давай попробуем вот сюда зайти, вот в это здание. Получится или нет? Это же тоже какое-то необычное здание. Опа, смотри, я попал сюда. Здесь какие-то штучки прикольные. Опа, здесь у нас есть оранж стоит. И есть блу вот такой с черными глазами. Здесь у нас продажа голов. Реда, с ним даже можно поговорить, похоже. Добро пожаловать в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Он реально здесь что-то продает. Ха! А как? Как вообще я сюда попал, интересно? Ну ладно. Вот еще здесь у нас что-то написано. Какие-то правила. А может быть, это все у нас тоже там есть наверху. Интересно, здесь тоже у нас есть какие-то надписи интересные. Так, это Rainbow Build какой-то, что-то, какие-то интересные моменты. И с этой стороны вроде бы все хорошо. Тогда сейчас давай мы будем выходить отсюда, с этого места. И посмотрим, вон там вот что-то есть. А может, я вообще сквозь стены могу проходить здесь? Нет, сквозь стены у меня не получается проходить. Хорошо, тогда отсюда мы пробегаем быстренько. Оп. Ой, а здесь смотри кто. О, ты видишь? И он не уходит. Ты чё? Он прям в стене стоит, я его выдвинул, вон, смотри. Хоп, хоп, вот, давай, иди, иди. Он что делает-то? Ты что делаешь? Смотри. Жесть, как-то он странно двигается вообще. Смотри, что это такое вообще, я не понимаю. Жесть, вот это он дерганный какой-то. Дерганный цыпленок, смотри, он, я ему вообще паники навел, он не знает, что делать. Хорошо, тогда давай. Пускай он там дальше ерзает, а я пойду вот сюда. Тут у нас какие-то строительные работы происходят. Тоже очень интересные. Наверху, смотри. Наверху-то у нас тоже какой-то огромный мир есть. Что это такое? Куда это мы забрались? О, реально, смотри, строительные работы у нас здесь происходят. Трактора, КамАЗы, автобусы. А сюда... забраться я не могу, к сожалению, не работает. А, прикольно. А что там наверху? Что там интересно было наверху? Очень интересно узнать. Ну, а мы с вами сейчас давай восстанавливаемся, делаем ресет. Воу-воу-воу. И посмотрим, что же у нас все-таки есть еще здесь. Что же у нас здесь? А что у нас по предметам? Ага, ой. У нас есть разные вот такие предметы, разные блоки, батарейки. Есть кубик. Ага, и игрушечный блу у нас есть. Понял. Что здесь? Вот, смотри, у нас есть вот такой вот. Хоба! О! Воу-воу-воу-воу! Смотри, как прикольно. Передвигается чик-чик-чик-чик-чик. Вот так вот. Оп! Сели. И все. И спрятали свои ножки. Оп! Ручки у него торчат всегда. Ха! Прикольно! А здесь? Здесь у нас вот это есть. Розовый блу, девочка блу, типа. Прикол. Такого прикол я не ожидал. О, у нас здесь есть этот монстр. Но сейчас вначале до этого дойдем. Смотри, опа. Это знаешь, на кого похож? Как будто этот. Как у мамы длинные ноги и папа длинные ноги. Вот на, мне почему-то он это напоминает. Возможно, это кто-то другой. Это знаешь кто? Я знаю, кто это. Это вот этот, который сидит здесь в вентиляции. Это он и есть. Точно. Это он вот так вот выглядит, когда он выберется из своей вентиляции. Обалдеть. Вот это его скрючивает, смотри.
Жесть, жесть. Вот это да, я не знал, ребята, я не знал, что он так выглядит. Хорошо. Давай берем вот этого супер-мега-ред-халка. О, вот это да. Неужели, если там дальше попроходить, они реально вот так выглядят, а дальше их мутантские способности? Я не знал, но это очень прикольно. И у нас здесь есть вот такой вот. Ну вот этого типа мы точно видели. Да, мы его точно видели, но мне больше всего, конечно, понравился вот этот вот мутант. Мутант Ред, вот это вообще жесть, круто, скушаем всех, класс. Ну давай мы пройдем вот сюда. Посмотрим все-таки, что у нас здесь есть на локациях. Главное, ой, даже в стены не проходит. Так, а в дверь-то я зайти смогу вот сюда? Да, получается. Может, здесь тоже найти что-то такое спрятанное, что-то интересное. Опа, проходим. Вроде пока все как обычно, да? Вроде все как обычно, обычная локация. И да, вроде бы все как и было. Ничего такого секретного нет. Проходим, наверх давай заберемся. Оп, он даже поднимается. Вау! Я думал, он не сможет нормально подниматься. Оказывается, может. Давай вот сюда проходим. Смотрим здесь. Ну, вроде все как обычно. Ничего такого нет. Давай еще здесь пройдем. Вот сюда. Мост. Мост тяжело преодолеть. Очень тяжело. Вот сюда проходим. Отлично. Ну, вроде как обычные все локации. Дай мне вот сюда зайти. Вот тут вот. И, вот это что это такое? Вот этого я еще не видел, кстати. Это что-то новенькое, кажется. Это новенькое место. О, да. Слушай, это реально новое место. Это у нас какой-то театр. Это, видимо, новое обновление какое-то. Либо я просто до сюда не добегал. Это как вообще так? Как это такое может быть? Да, это тусовочная вечериночка. Наверное, мы отсюда... Это, наверное, продолжение какое-то, до которого я не доходил раньше. Или это что-то уже новенькое добавили. Очень круто, ребята. Очень-очень круто. Но зато мы все скинчики уже с вами посмотрели. Мне понравился вот этот Ред. А ты напиши в комментариях, какой скинчик тебе понравился. И обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Пиши комментарии, делись видео со своими друзьями. На этом у меня все, не болей, не скучай, пока-пока!